Так. Сюда денег. Значит, жилье. В очередной раз. В очередной раз, в очередной раз. Увеличиваем количество военных. Ай. Пропустим денег. Манифестанты. Разогнать нафиг сектанты там, я знаю. Бурагозят. Публично критиковать. Теперь. Миграция. Так, еще немного рейтингу наберем. Угу. А тем временем все-таки начнем строить ядерный реактор. Так, атомная электростанция. Так. Купим авианосец. Который раз. Так. Купим, пожалуй, боевые самолеты. Надо осторожно за бюджетом следить, чтобы сильно не хапнуть и не улететь нафиг. Так. Так. Все это аккуратно проходит. Госфинансы опять идут в плюс, да? Секретная служба. Увеличим количество агентов. Так, внешняя, внутренняя. Вот, кстати, с террористами надо разобраться. И сохраниться после всего этого. Пожалуй, промотаем сразу неделю. Так, сделки. Принять сразу. На 5 число, да, встречу назначил? Спортивная победа. Популярность идет на пользу. Это да. Сразу жду. А то расползутся по всему этому. Так, Люксембург. Страна-то одно название. Памятник главе правительства. Отлично. Да, присутствуем. Ага, в карьере обогатительную фабрику сейчас будут строить. От 4 до 6 месяцев строительство займет. Неделю. Дания, что-то он хочет. Ходатайство о поступлении Македонии в НАТО. Отказать. Так. Внедрён, устрани. 82%. Так, скоро-скоро выборы. Будем следить за вот этой организацией. 13-256. Критикуем и будем смотреть, как это на них влияет. Так. Здоровье. Ох, нифига себе, выпуск как оно. Тут, по-моему, так уже строится все, что можно и где можно.
Так. Пенсионный возраст давайте уменьшим тогда. Примут, куда денутся. Минимальный размер пенсии повысим. Расскажем об этом по телевизору. Жилье будем строить по всей территории. Так. Ну, на армию потратим, пожалуй. Оборона, оборона. Где там у нас оборона-то? Ага, вот, 2,8. А мы обещали 6 сделать, если нас выберут. Ну, обязательную воинскую повинность в течение 3 месяцев. Пусть хотя бы 3 месяца обучаются. Корпорация, демонстрация против политики. Пошли они нафиг. Так. Чемпионат мира по легкой атлетике. Милитаризм, видите. Инаугурация главы государства. И все, что ли? Так у нас до выборов еще, по-моему, не в сентябре только должен состояться. Ох ты, ё-моё. 95. Там мы переплюнули даже единороссов. Так. Сидячая забастовка. Разогнать нафиг всех. Посмотрим, что там у них с вот этими. 13. Объявить их незаконными, может быть. Начать с кого попроще. Новоцерковный. Запретите арестовать лидера. Так. Оп. Посмотрим, как они сейчас спеленятся. Ну да, часть потеряем. Операция началась. Через 2 недели останется лишь неприятным воспоминанием. Так. Нефтяная скважина. Разогнать нафиг всех. Охренеть. Каждая гадость влезет. Телевизионные дебаты. Вот в 4-й части обещают варианты ответов. А тут по-любому какой-нибудь хренотень выскочит на дебатах. Типа, все вы ответили. Да их даже не показали. Закон был принят. Закон о пенсиях. Так. Операция «Русская мафия». Нищета шагает по стране. Бюджет. Валюта. Можно НДС уменьшить до 15. Допустим. И увеличить размер детских пособий.
Установить политику ограничений нет. Так. И недельку пропустим. Полностью неделю пропустить не удалось. Тут у нас он приехал, так сказать, из Алжира человек. Открытие университетского центра, да, присутствует. Музыкальный фестиваль. В Австрии знаем, какой-то музыкальный фестиваль проводит. Так, у нас 100%. Промышленный шпионаж, кстати. Насчет нашей секретной службы с управлением агентурными сетями. Так. Китай, промышленный шпионаж. На максимум. Китай по-любому там что-нибудь найдет. И мы у них стырим это дело. Полиция. Повысить среднюю зарплату и количество. Законодательство. Уровень проверки усиленный. Поехали. Народ, как обычно, всем недоволен. Эх. О, устранили почти. Что там у нас дальше-то? Террористы. 61. Идти. Так. 135. 335. Так, что-то от нас хотят. Ага, подкупили тебя. Продажный ты человек. Так, а что-то как-то у нас выборы как-то незаметно прошли. А, 22-го, мне показалось, 9-го. Фу, блин, 9-го. Так, что-то хотел. А, дорога, транспорт как раз. Автомобильных дорог можно построить еще. Посмотрим, что у нас там за безработицей заодно. Так, закон о проверке документов, венецианский фестиваль. Ну правильно, деньги на всю тратим на них. Инаугурация, канцлер. К 22 числа только. Так. Национальный праздник, конечно, присутствовать. Так, еще пару дней. Ну-ка. Ну и закон о детских пособиях, профсоюз. Ну где выбор? Вчера должны, по идее, были пройти. Подсчет голосов, что ли? Мы победили! Мы победили! Алло! Я плохо вас слышу! В штабе все просто стоят на ушах! Ладно, хочу сообщить, что вы только что победили на выборах! В очередной раз! Еще один срок! Поздравляю! Прошу прощения, мне пора назад! Журналисты просто атакуют! Еще один срок! Так. Ну все. О, программа. До 5% надо сбросить, да? Содержание на армию повысить.
Так. Ну давайте, допустим, где тут черный рынок? Черный. Идите его. Вот он. Если я куплю 1000 танков. Куплю вертолетов. Ну-ка. Что, кстати, с этими там? Пора приняться за следующих. С пророками разберемся. Переизбрали на парламентских выборах. Отлично. Права человека. Выборы, выборы. Демонстрации очередные. Да долго не продержится. Так, а что у нас? Армия, значит, бюджет. Так, что у нас? Такое нет, что ли, этого самого народа? Ну-ка, парламент. Кабинет министров. Ё-моё. Правосудие. Автоназначение, чё, никак, да? Так. А выборы там какие-нибудь? Так. Ну-ка, недельку подождем. Опа. Господин Клансер, у меня только что был один из наших офицеров, который подъезжает сообщение об атаке ударить и убежать против одной из наших баз. Ракета поразила спальное помещение. Так. Угу. Афганистан, что по... Так. Я их не люблю назначать вручную. Так. Ой, Кабмин. Назначить. Правосудие. Партия власти. Принять. Ой, семья, семья. Ну-ка, представитель интеллигенции. Так. Окружающая среда. Правительство. Глава администрации. Так. Транспорт, ой, блин. Военнослужащие. Образование. Блин, заколебающийся назначение. Так, все, всех раскидали, всех назначили. Армия, армия. Задача. Полмиллиона. Так, законодательство.
Так, ракеты еще. О, уже готовы, кстати, 4 ракеты. Четыре ракеты. Юстиция, строительство. Так, по всей территории принять. Гуру сидит там. Нарушение правил дорожного движения. Принять. И под это дело мы... Так, не то. Под это дело мы захватим немножко власти в суде. Что у нас долг? Долг падает. Так, добро пожаловать в эту стабильность, приемлемые границы дефицита. Here is our growth forecast. 74 годового роста немноговато. Здесь же, блин, по-дебильному инфляция сделана. Она одновременно с ростом идет. Ну хотя, по идее, годовой рост ее где-то процентов на 70 получается опережает. Это хорошо. Так, плохо здесь нет возможности рефинансировать как-то деньги, чтобы, допустим, хоп, там нолик убрал, тут нолик убрал. Так, если только какой-нибудь договор о создании там валюты общей, типа Евросоюза, так. А можно потом попробовать, если мы потом власть в какой-нибудь стране сменим. Попробовать можно, так. Информационная свобода. Мы еще с тем не разобрались, что у нас с судами. Так, помощь. Развитие. О, и Россия, смотрите. Так, ну нам нужны бедствия, чтобы отношения улучшить. Так, ладно, спорт. Спорт. На максимум. Бюджеты. Так, построим еще катков. Так. Глава государства. Культ личности. Портреты в школьных учебниках. Рекламировать движение. Военная часть. Да. Поехали. Права человека, видите ли. Так. Ух ты, народ уже надоел, да, смотреть на харю президента. Так. Еще не разобрались до конца с ними. О, мы видим появление новой этой. Новая церковь Запада. А, это вот этот тут хат. Ну ничего, с ними разберемся. Со всеми разберемся. Так, потенциальная ядерная авария. А вот это уже дело. Так, юстиция. Все нормально. Народ прокатит все это дело. Больше власти, больше.
Так. Так, 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 здоровье, здоровье. Уменьшим чуть пенсионный возраст. Изменим размер пенсии. До 1000 их догоним. Нет, не дадут догнать. Ну ладно. Полное освобождение накопительной пенсии. Так. Льготы. Потребление незаконно. Вот так. Сейчас мы тут свои реформы проведем под это дело. Так. Demonstrations are taking place. Так. Демонстрации, демонстрации. The decree takes effect. Они сами разбегутся. Так, я так, блин, чушь, я не прочитал, приняли они его, нет? Так. Отлично. Теперь подождем недельку. Ай, демонстрации, манифестации. Приняты законы. Запретили мы, ну так, культ личности. Манифестанты. Внедрен у страны. Свидетели фиговые, блин, так. Так, люди преклонного возраста, манифестация. Так. На исследование побольше денег тратить. Так, 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 секретная служба. Иммигранты. Начать массированную операцию по выдворению. Не хочешь, да? Ну ничего, сейчас мы власть потихоньку себе прихватим. Предделить полномочия порва. Ну-ка попробуем, так сказать. Ну конечно, манифестанты. Вот этот профсоюз корпораций мозги компасирует, так. Так. Бундесрат за, Бундестаг против. Посмотрим, к чему это приведет. Так. Разогнать все нафиг. Так, 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 так. Госслужащие. Повысим зарплату. Инфляция-то растет.
Так. Так. Жилье не забываем. Строительство нового. Экс. Сидячая забастовка, забастовка. Разогнать все нафиг. Когда, кстати, там танки-то к нам прибудут, да? Ждем поставку. Как говорится. Так. В 2014 году подводные лодки, так. Нам проще будет покупать маленькими партиями. Так, значит. Так. А еще мы можем попробовать прикупить танков у себя. Правда, мало как-то танков, что-то не медленно строится. Еле копошатся. Осталось две операции. Армия. Зарплату в плюс. Куда бы деньги потратить? Так, население. Так. Долг спадает. Услуги. Городской транспорт. Полностью под контроль государства берем. Так. Цифровые сети. Частично. Сельское хозяйство. Так. О, сахар. Сахар это да, частично. Потихоньку проводим национализацию. Бедствие. Так. Пацифисты гребные. Ой, нам надо ждать, что там выборы как пройдут еще. Это были не выборы, а решение-то. По нашему, так сказать, вопросу. Так. Так. Когда там у нас голосование 23-го 11-го? Почти.
счет.